Ленинград. Здесь, в Петропавловской крепости, находится монетный двор, который издавна славится изготовлением значков и медалей, посвященных знаменательным датам в жизни нашей страны. В этом году празднует свой юбилей древнейший русский город Новгород. Изготовлением значков, посвященных 1000-летию Великого Новгорода, заняты сейчас лучшие художники и граверы монетного двора. Первые образцы значков готовы.